消したつもりでも、過去というものは人間の真の平和をがんじがらめにする。信じられん。これだから厄介なのだ。死のつながりというものは、他人ならどうでもいいことも、血縁では抜き差しならないことに陥らせる。だが、それだけなのだ。血のつながりだ。それさえ消せば、俺は人生の絶頂のままでいられる。15年前だ。Это, короче, студент в институте, да? Зашел в столовую, ну, набрал там целый разнож. Жратвы себе, да? Вот. Смотрит, а в зале все столы заняты. Ну, один стол свободы, там сидит профессор в одного. Тот подходит, говорит, извините, профессор, можно к вам за ваш столик? Гусь свинья не товарищ. Ну тогда я полетел, хватает разнос, и свалил, ага. Профессор, ну что за наглец такой, а? Ну я тебя завалю на экзамене, подожди. Ну тут начался экзамен, да, студент заходит, тот ему дает самый сложный билет такой. Тот посидел, подумал, рассказал на отлично, без проблем. Профессор думает, ну что ты будешь делать, да кажется тебе завалить, ага. Ну и задает ему наводящий вопрос. Вот представь себе, вот ты идешь по степи, да? И на твоем пути два мешка лежат. Один с умом, другой с золотом. Какой ты из них возьмешь? Ну, конечно, с золотом. А я бы взял с умом. Извините, профессор. Ну, кому что не хватает? Тот берет зачетку и пишет ему, козел. Тот выходит в коридор, тут студенты облепили. Ну что, как зал? Да не знаю, говорит, сейчас погляжу. Вот и считай, козел. Возвращается в аудиторию, говорит, извините, профессор, вы-то расписали, а отверку поставить на... Шкоки вот цирок, что? Дага, икитейру. Канжиру. 娘のスタンド能力が目覚め、生きてサルディニアへ向かっていることが俺には依然わかる。そして操縦していたのがアバッキオのムーディー・ブルースだとするなら、間違いなく少なくとも奴も生きている。この私が、こればかりはどんな部下だろうと任せられない。